Здравствуйте, вот мой жучек, 350-й жучек, классный мой жук. Сейчас я вам расскажу. 8-е число было вчера, ноября 2016 года. Прежде чем выйти на улицу, дебил меня ударил 2 раза по плечу. Так что потом, когда мы приехали, ехать-то можно было, но только что там было снегу, когда мы уже шли, очень много месить. Когда туда приехали, дебил мне палкой в живот порнул, ну не так уж больно, но все равно неприятно. Потом, через некоторое время, этот дебил мне к шее подошел, торнул мне. И в завершение, когда мы приехали, он мне пнул ногой. Вот так вот дебил поступает со мной. Так что, ну это не муж, которого удрать можно, это намного все сложнее. Так что вот такие вот дела я вам рассказала про дебилизм, отношение дебилизма. Вот такая вот история, сколько я раз получила от этого дебила. Что-то сегодня очень плохо себя чувствую, наверное, заболела. Так что не знаю, наверное, не пойду никуда. Что-то плохое. Она простыла все-таки. Так что вот и живи с такими дебилами. Всего хорошего. До свидания. Жду вас на моем канале. Пока-пока.